Смотри, быстрый раунд. Кстати, быстрый реально раунд. Просто на Б летят на ноге, смотри. Это бараш! Это бараш, ебаный! Финниган. Первый килл. Есть килл. Есть второй килл. Есть третий килл, Финниган. Минус 3 от Финнигана. 3 в 2 ситуация. Ганфайв, ретейкс банана. 3 человека сразу. Игра, игра... Пацаны, это игра вообще, это первый раз мы в основной стадии международного турнира. Чтобы вы понимали. Выебать. Найс, бля! Let's go! Это первый раз в жизни... А, извиняюсь, у меня вебка не в том месте стоит. То есть это, возможно, трибьют of the Ганфайв. А как переводится трибьют? Это не запрет, конечно. Димуль, спасибо за рейд. Заскочишь, брат? Буду очень рад тебя видеть. Чисто по-братски выручить, чтобы, знаешь, с кем-то вместе пошизить. Спасибо за рейд, родной. Чтобы было с кем разделить, нахуй. Радость победы и горечь поражения. Надеюсь, горечь и поражения не будет, только радость победы. Он устал уже, Слав. Ну, может, посидит, попукает, чё. Короче, если мы выйдем в плей-офф этого турнира, я думаю, нас начнут инвайтить на турниры, причем на лан. То есть, я пиздец хочу поехать куда-то с командой на, куда-нибудь там, я не знаю. Сейчас много в Саудовской Аравии проводится, в Европе. Это прям мечта, конечно, пиздец. Поздравь зря. Поздравляю, Эксеп. Поздравляю, Пенсил. Кто ставил на что, сразу скажите. Изи. Кстати, хорошей позиции стоит. Угу. Хорошо. Хорошо. Максидерчик, здорово, Пенсил. Ну, это, кстати, легенда. Вы знаете Оскара? И те, кто думал за КС следит, знают. Хорошо, 2-0. Ксиелач, второй килл. Ребят, это эра Ганфайв. Я вам сразу скажу, Ганфайв сейчас находится на буткемпе. Ёбаный сырочек. Ёбаный пармезанчик. В Японии стрим будет, но если захотите, будет, конечно. Ну, мы там первые несколько дней акклиматизируемся, и можно. А как ты предложил Диларе встречаться? Ну, не сразу, конечно, то есть. Потихонечку так приближались друг к другу, распробовали. Это очень важно, притереться. А так, ну, просто, типа, такая. Ты теперь моя женщина. Будет ТБ-2.5, возможно. Так, ну Инферно, это у нас пик Синерс, это и хорошая хаешка. А, это от тиммейта, да? Ой-ой-ой, Ксиело слишком агрессивно полетел. Очень хорошая хае, кстати. Кстати, очень хорошая хае, падает смок от Финнигана. Все еще два игрока. И смотри, быстрая перетяжка от Синерс под апленд. А, и смотри, еще и Нир уходит на Б, приколись. А тут у нас всего лишь один, получается, Селтер, да? В коврах. Это Селтер? Да-да-да, бля. Они еще... А что они... Зачем они перетянулись? Бля, это как будто странная хуйня. Почему они вот так решили угадывать? Бля, ну это минус раунд. Это минус раунд, к сожалению. Как бы это грустно не звучало. Угу, хуёвый тайминг для Селтера. Угу, все, тут минус Селтер, сейф. Да, все, просто сейф. Ну, с... Ну, блядь. Что могу сказать? Первый раунд для Синерс. 2-0 Синерс. Не-не-не, нихуя, нихуя. Слушай, ну если не ошибаюсь, Синерс это хотя бы не радарщики. Потому что они на ланах вроде играли, эти челы. Это нормальные вроде. Ну там Оскар, типа, как будто чувствуется какой-то авторитет. То есть это нормальные ребята. Это топ-50 мира, это нормальная команда. Они там даже топ-40 были, когда мы их обыгрывали. Финниган под Керригана косит. Ну смотря о чем ты. Косит чем? Кстати, услышал. Ой, Оскар, ювелирная стрельба под Ниру, к сожалению, бля, сука. Весом? Да. Бля, кого вообще в 2024-м ебёт какой вес, бля? Похуй. Главное, чтобы ебал так же, ну. Не, Финниган по... Чем точно Финниган не косит под Керригана, он стабильно ебёт, он стабильно набивает. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CS GO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего?
Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в Телеграм-боте. Тут сейчас спокойно должны сейчас Синерс... Не залетело у Селтера по стрельбе. Да, тут сейчас спокойно должны вообще Синерс занимать Б-плент. А Gunfight надо сейвить. Понимает изи то, что где-то люркер дрочит здесь. Так, в принципе, есть, но еще разминуться. Бля, у меня ебаные золотые купола в голове играют после вот этого. После как послушали. Ну ладно, 2-2. Кстати, вчера, если не ошибаюсь, они примерно... Помните, когда мы смотрели первую карту? Они, кстати, тоже пацаны залили. Просто Inferno такая карта, тут очень, очень важно не тупить. Тут очень важны быстрые перетяжечки, вся вот эта поеботина. Прям максимально важно. Что за название сратая Gunfight? Может, стоило назвать Gunfight by Booster? Охуенное название Gunfight by Booster, блядь. Может быть, Gunfight by Booster AMG Competition, блядь. Pro Max, нахуй, еще надо было назвать. Gunfight все очень просто. То есть было желание что-то сделать название, в то же время замаскировать в него какой-то скрытый смысл, скрытые мои ДНК, блядь. То есть Gunfight переводится как 5 стволов, с чем ассоциация? 5 жирных членов. 5 здоровых, бля, боевых головок, бля, бордовых просто, венистых. Вот, в принципе. По сути, это 5 членов. Завтра, я думаю, мы до пацанов доедем на буткем. У тебя 5 членов? Нет, у меня не 5 членов, сука. У пацанов, типа, если сложить их члены. У нас же мужской, блядь, клуб. То это получается 5 членов. Не, ну Dig 5 это где-то, блядь. Прикрыть, блядь, на турнир позвали Астралис и Dig 5 нахуй. А тут ганф... Как во рту, блядь, ты сплюнь, сука! Во рту нахуй. Звучит смешно, конечно. Тут у нас один изи на бусте, на Б сейчас. То есть женский состав не планируется. Ну и вот так легко бы сейчас задекодили скрытый смысл команды Gunfight, да? Женский состав не планируется, совершенно верно. Это Таганда, блядь, не 5 стволов, а 5 разъемов. Изи. Есть первый килл. Остается на бусте. А смотри, отходит. И отходит просто быстро. Ноги отбегают. Перетяжка. Перетяжка. Здесь комбины у нас под лонгом. Пацаны спокойно сейчас занимают плент. Правильное решение. Ну, будет, конечно, тяжело выбить. Тут 3 юспа против 4 ганов. С девушками на буткемп можно? Не, нельзя, конечно, брат. Ай-яй-яй-яй-яй. Не получилось никого ебать. Покоцали 2 челов по минус 50, но... Ой-ой-ой, не приеду. Бля, иди ты нахуй. Хорошо, изи. 2 в 3 ситуация, коллаж забрать не получится, Ксиела. На самом деле, может быть, есть какой-то резон вообще. Ну, я понимаю, он сейчас пытается экономику нормализовать, сейчас будет стараться подсейвить, может, какой-то ган забрать, подумал, что близко коллаж лежит. Тут, конечно, по-хорошему сейвить вообще. Слава, а ты... Почему ты не записываешь в инсте кейсы? Бля, я не захожу в инсту, брат, честно. Что-то мне лень, пиздец. Когда шиза по кейсикам? Бля, пока не знаю, брат. Я думаю, завтра классная идея, на самом деле, залететь было бы на буткемп. А, завтра вот игра. 26-го тогда, наверное. Я, кстати, маму позвал в ресторан первый раз в жизни, приколитесь. Я подумал, бля, ну, мне 27 лет, маме 60, и ни разу в жизни мы с ней не ходили в ресторан. Вообще ни разу в жизни. Ну, какое свидание, бля, тоже. Нет, ну просто маму с... Какую чью, блядь, мою? Бро, зачем с матерью? Эх, блядь, придурки, нахуй. Мама, это святое. Да не, ну просто порадовать. Прикинь, человек, у меня мама, наверное, лет 15 не была в ресторане, блядь. Отец не против. Да, блядь, вы долбоёбы. Помянуть Вадю, блядь. Да он не умер, ёпта, я только что с ним списывался, говорю, 1.5 часа назад, блядь. И он нормально кайфует вообще, блядь, за что ему респект, нахуй. Хорошо, изи. Хорошее попадание. На буткемпе что-то работает. Убить! Хорошо! Это выглядит как победный раунд. Сейчас либо Синерс быстро играет под А, а быстро не получится, пачка лежит. Контактом Оскар выходит. Хорошо. 3-3. 3-3, сейчас будут сейвить и уходить Синерс. А, даже не будут сейвить и уходить. Но тут, конечно, денег, бля, жопой живу у этого человека. С охуенным никнеймом, бля. Просто, знаешь, из-за того, что он упал, блядь, лицом на клавиатуру. АЖТТ, блядь. А вот нашим пацанам нельзя умирать вообще никак.
Угу, спасибо, что услышали. То есть я напоминаю, что такое еще и слить можно. Но суть не в этом была. А в том, что экономику надо наращивать. По-хорошему, надо было просто сесть 2-3 в пленты и все. Ну, ладно, тут, конечно, железобетонная позиция. Вот у того, кто стоит над ручейком. Сейчас должен... Хорошо, Ксиелыч. Пятый килл для Ксиела, второй в раунде. Эшкерри, родные, эшкерри! А у тренера, что ли, члена нет? Ну, тренер же не играет в катки, блядь. У тренера тоже хуй, естественно, здоровенный. У нас у всех здоровый хуй. У нас первый критерий по отбору — это здоровенная, блядь. Здоровенный шницель, блядь. Блядь, что из-за этого расположения камеры... А, все, понял, сейчас. Блядь, слишком темно, сука. Душу мою радуют. Это еще будет, кстати, долгий раунд, потому что не получилось ни банан занять, медленный раунд от Синерс. А последний денежный раунд. Нашим пацанам сейчас максимально важно наказать их задницы. Нашим слонам, блядь. Угу. Ну, Селтер должен понимать, да? Надеюсь, что типа... Да, все правильно, изи контролит. То, что смог, мог промутиться. И... момент истины. Тут изи важно очень попасть. Ну, кстати, изи с точки зрения попадания важных шотов, он очень хорошую статистику имеет. Главное тут, конечно, хуёвый тайминг не словить. Вот этот, который... Охуенный обсервер, спасибо. Это сейчас гораздо важнее посмотреть на, сука, чумазы эти сраки грязные, блядь, под бананом, в которых ничего не происходит. Хорошо, изи. Есть попадание, есть килл. Есть инфа о том, что бомба лежит у нас. Вот это неприятно, я так скажу. Отгоняет. Ну, тут по-хорошему финигну стягивается, конечно. Тнир, есть килл. Хорошо. И сейчас атака чуть-чуть должна зажаться, конечно. Есть изи еще. Важно ему сейчас найти здесь килл. Очень. Вот этот килл. Бля, классно пикаются пацаны. Ничего не скажешь. Есть один тнир. К сожалению, раунд еще может быть обречен. На секундочку напоминаю вам. Хорошо. Найс! Окей, окей. 2-1. Играем. Все, быстрая перетяжка. Один с банана, один с зелени. По зелени инфа есть, потому что финиган на топ должен был чел слышать его. Как тебе нового вертига? Бля, ну, не знаю. Мне вообще вертига не нравится. Я по-хорошему ее выбрать из мапула и все бы. Обидно, что ее обновили. Это значит, что ее, в принципе, не планируют убирать. Вот это хуевая позиция, кстати, он может ебать. Продолжаем игру, блядь. Так, чуть-чуть сперму стер с лица. Хороший хедшот от Оскара. Поксиело, пошел нахуй этот Оскар. Сука. Окей. Смотрим дальше. Как бы назвал женский состав? Ну, хуй его знает. Никак бы, бля, у меня бы его не было. У меня, конечно, есть деньги, но... Не настолько я еще верю в киберспорт, чтобы женский состав заводить. Я бы лучше раздал бы эти деньги, а чё, классная идея, не? Розыгрыш какой-нибудь. Пять это, Муртелла, блядь. Муртелла 5. Выход, Б. Ой, хороший хедшот, очень хороший хедшот. Втроём заход... Селтер сли... Ну, можно сказать, что это охуенный экраунд был, да? Это был охуенный экраунд, минус 3. Чуть-чуть пошатнули экономику, пачка поставилась. Окей, 3-5 ситуация. Не, я честно, я не знаю, зачем заводят женские составы, но... Не настолько еще киберспорта развит, блядь. Там денег нет, блядь.
есть, ну, в этом нет денег. То есть там нет таких охватов, блядь, ничего. Мирчик прочекивал, есть инфа, то, что заняли близко дом. Потерял, правда, пол хп, но и один хит нанес этому. Маску, блядь, лёг, мачку. Маньшкин, этот котенок, знаешь. Глубокий смог. Ой, блядский ротан. Ебать того рот, нахуй, пол жопы разорвало, блядь. Ну это жестко. Это, блядь, жестко. Тут сейчас три игрока под Б стоят. Ой, хорошо, Тмир. Очень хорошо, родной мой. Мой дорогой. Увидел Ксиела. Бля, в голову дает, но... Тут есть еще Изи. Есть еще Изи с Авиком. Но он в такой позиции, что его сейчас одним смоком отрезают. Вот в чем минус. И это сейчас выход на плент. Да-да-да. То есть они все, они вышли в плент. И хоть и ситуация 4-4, что, в принципе, еще и играбельно, но... Но, блядь... Хуёк мне в окно, но. Бля, еще и не прогорел, чуть-чуть бы раньше кинул. Сука. Зачем порно сейчас смотришь? В смысле, вот ты про эту игру? Не, брат, ну я не могу. Я говорю, для Gunfive это шанс. То есть, это, хоть мы еще и микс, но нам очень важно обыграть пару сильных команд. Хорошо, Ир. Хорошая стрельба от Андрея. Чуть-чуть не залетел, окей, надо сейвить, ухай. А тут еще и не уйдешь сейвить, на самом деле. Убегать, просто унести авик, это очень важно, это очень... Авик это, конечно, то оружие, с которого игра делается. Мир очень хорошо играет, прям очень хорошо. Синер сильная команда, топ-50 мира, брат. Ну, 50... Топ-50 мира это вот, конечно, то, что нам хотелось бы по результатам буткемпа иметь. Я считаю, это очень классный результат. Ну, и еще так получается, что очень важно нам сейчас поиметь очень хорошего тренера, потому что Роми у нас нет. Хочется опытного тренера. А у нас опытного тренера нет. То есть мы думали в сторону Дмитрия Ликса. Первая тактическая пауза от Gunfive. Буткемп должен пацанов построить. Да, как говорил мой дед. А как он говорил, блядь? Зонер. Зонером, блядь, если только в этот Microsoft Flight Simulator играть, нахуй. Чтобы вы понял, чтобы мои пацаны все впятером летали в текстурах, блядь. Бля, ну как мне, как я орал, блядь, когда я увидел этот клип ебаный. То, что он в небе висел, блядь. Хуча рассматривали, да, причем поначалу Хуч согласен был. Но потом он ушел. Хуч с Cloud9, да, сейчас? Ушел на зеленый шма! Cloud9 сейчас нет, ну он собирается уж, понимаете? Пока Cloud9 нет. Но это вопрос времени. А ты не думал по доте команду делать? Если у нас получится выстроить КС состав и начать показывать результаты, то появится и по доте состав. Так как мейн дисциплина у меня Counter-Strike. Кстати, вот 5-7 в коврах очень шикарное оружие, честно говоря. На 1-2 килла можно спокойно делать. Но главное вот хуёвый тайминг сейчас не словить с элтеру. Антифлэш стоит, все правильно делает. Флешка и... Есть первый. Бля, калаш не зацепил, сука. Обида, обида ебаная. Это неприятно. Давай, 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 манси. Ах ты, блядь, бистик ебаный, мистер, блядь. А, ну 5-7 за защиту будет круто сделать. Ну, конечно, Инферно прям... Что-то изи чуть залип. Инферно прям, конечно, карта вот, которая... Ну, скажем так... Требует очень хороших командных взаимодействий, вообще понимания игры, блядь. В доте ЗП платить меньше надо. Да это, брат, смотря кого подписывать, нахуй. Это смотря кого подписывать. Мне бы, конечно, прикольно было бы какой-то по Фортнайту подписать. Ну вот я говорю, у нас просто пока нет бюджетов. Из-за того, что нет результатов у КС состава. У нас еще нет бюджетов на Фортнайтера. Туза вообще круто было бы, конечно, пиздец. Прям, блядь,
шикарно, так скажем. Оп, съела. Бля, пизда ему. Хорошо. Все, уйди, уйди. Найс. Все, перекинуть изи. Хорошо. Ты бы хотел побывать на турнире CS2 очень. В роли SEO, блядь, на каком турнире ESL, бля. Это вот моя мечта, наверное, на этот год. Знаешь, это один из пунктиков, которые я хочу выполнить. Приколись просто со своими слонами приехать. С командой, блядь. Из своего кармана платит УЗУ? Не, ну, у меня, честно, у меня нет. Я только... в плане киберспортивной команды я рассчитываю только на спонсоров. Этот... Уоррен Баффет Быстеренко не вкладывается в низкомаржинальные проекты. Бля, бля, еще Ксиела отпал. Хорошо, изи. Слушай, играбельный... Ебать. Очень агрессивно изи. Очень агрессивно изи. Очень агрессивно. Очень. Пиздец. Он что, один уже остался? Ебаный рот. Пу-пу. Это точно топ-50, да? Это топ-50, бля. Ну, конечно, с Авиком это будет очень тяжело выиграть, я честно скажу. Блядь! Блядь, ну ёба на рот, блядь! Ну, он в такой позиции, да, был, в которой тяжело было сделать больше одного килла. То есть, при учете, что он лоу хп. Бля, вот эта ножка из смока интересно вылезла, да? Такие, блядь. Бля, я, кстати, не понял. Мне почему-то казалось, что они в 2-2 остались. Я не заметил, как второй чел умер. Бля, прикинь бы дабл был. А мог же реально быть. Не, нормально, нормально. Инферно, я говорю, на инферно вообще рассчитывать не стоит, пацаны. Пока на инферно не стоит. То есть, это то, чем мы планируем заниматься на буткемпе. Это надо подтягивать карты. Инферно это, к сожалению, очень сложно будет. Мираж это дефолтная карта, все понимают, как играть, такая фейсит карта. Даст 2 такая же карта, ну, поменее уже, но тоже. А вот Инферно, бля, подпиши Архангела по Фортнайту. Бля, мне кажется, у меня так хуй сосит, ненавидят, я не знаю за что, но, бля. Это интересная история. Это откуда чел? Это он зашел через мидл бойлер уже? Ебать. Посмотри, их, конечно, ебут пиздец прям по всей карте. Это буткемп, да, это первый день буткемпа. Не самый приятный, окей. Не-не-не, нормально, ну с 9-3 тяжело будет. Слушай, да на самом деле не особо. То есть тут знаешь, в чем больше проблема? То, что нет раундов. По макро просто ебет. Ну они пиздец, конечно, да-да-да, именно по макро. Как они двигаются по карте, Синер сейчас. Видно, что у них вся карта разобрана, пиздец. Ну и на самом деле... Ксиел на тебя очень похож. Ну что, подтягиваем своих слонов, блядь. Это я на самом деле. Слава Инферно, Т-мапа. Да-да-да, ну просто я говорю, из-за того, что нет раундов за атаку. Ну и важно, конечно, пистолетку забрать сейчас. Есть инфа, то, что много мидл. Ну, сейчас будут пески, ковры, да, встречать. Ебать, летят. Ничего не залетает. Ну, должны забирать этот раунд. По крайней мере, опорников точно. Как он живет, блядь? Фух. Сейчас главное, никакой, чтобы никакая шара не залетела. Фух, блядь. Ну, это пиздец. Вот Оскар, который сейчас заходит в плент, это пизда. Хорошо. 2 в 2. Брат, брат...
Хорошо, Финниган, 1-2. Ну ладно, на следующую карту переходим, я понял. Ой, блядь. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально. А какой коэффициент был? Инферно карта говна, я полностью с вами согласен. Я ее сейчас ненавижу, наверное, даже может быть больше Вертига. Но в любом случае она в мапуле, ее надо играть. То есть ты от этого никуда не денешься вообще. Ну просто неизбежно. W, слонеры. Нормально, нормально. 1.88, охуеть. Окей. Есть килл. Есть хаешка в никуда. Атака перетягивается под сторону зелени. А, тут два игрока в пленту. Кстати, неприятная хуйня. Надо, чтобы чел с ковров играл гораздо быстрее прям. Потому что... Сейчас он сейчас мог выйдет. Окей. Ну все, тут... Фух, блядь. Фух, ебаные ноздри, блядь. Найс, 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 найс. Ну, 10-4. 10-4, живем. Анубис, Анубис сейчас это одна из лучших карт вообще. Чтобы вы понимали, я, у меня ну, давно такого не было, чтобы добавляли карты типа Ancient, Анубис. Ну, как бы их не так уже... Они, в принципе, давно уже добавлены, но ебать не кайфовые. Они по ощущениям гораздо пиздаче и более крутые эмоции вызывают, чем все другие карты. О, блядь. Туз готов в ганфайр. Бля, пизда ему. Бля, ну ждем, пока бюджет позасается. Это W. Бля, я бы с кайфом залетел в аргу. Да не, я как будто туз это вообще единственный кандидат, которого я бы рассматривал в Фортнайте. Не знаю, это настолько плюсвайбный чел, пиздец. А Карми? Ну мы не знакомы. То есть я не знаком с ним так, как с тузом. Просто туз это типа... Он ебал в момент, когда я играл в Fortnite. И он просто, ну типа... Ой-ой-ой, окей. 4-3 ситуация. Вот это надо было, возможно, пропускать. Окей, есть килл, все равно 4-2 ситуация. И сейчас просто атака быстро перетягивается под апленд. Есть у нас бистик. Мистер Бистик, естественно. Понимает, да, то, что Оскар сейчас будет атака под мид. Вектор будет направлен. Флешечка залетает. Хорошо, уверен, от Нирчик, бля, просто при фаером услышал. Прям в эйнал попали ему. И тут у нас уже, кстати, изи контроли, смотрите, под Б. Да, блядь, обсервер, нахуй! Телепузик, ебать! Хорош, родной. Бля, почему обсервер Павел Бистик? Да, Павел Бистик с Оскаром хуярит. Почему обсервер, блядь? Вот никого нет на пленту, он берет, блядь, показывает все на плент там, нахуй. Как тебе Вертига новый? Блевать нем? Слав, ну сгонял тебя в клуб, кайф, только тебя там не было, хоть и обещал. Брат, у меня дом есть, типа. Так, я же не всегда там, блядь. Ну, как бы, ну, либо по делам, либо поиграть. Ёбаный, блядь. Нормально живем. Смотри, 5 челов сейчас на бэй будут встречать. Хорошо! Хорошо! Все будет хорошо! Найс. Живем. Похуй, съезжай в хаты и перебирайся в випку. Просто в халате утром ходить, приколись в клубе. С кофейком, вот так, знаешь.
да, сейчас на самом деле этот бистик. Да, у него очень выгодная позиция была. И у этого чувака на самом деле тоже очень классная позиция. Да. Бля, на самом деле Counter-Strike 2 настолько понятен именно просто пиками, системой пиков. То есть ты всегда понимаешь, когда чел убьет кого, когда кто кого убьет там, в 90% случаев. Изи, есть скилл по Оскару. Хороший скилл, кстати. Есть, кстати, инфа, то, что до сих пор 2 на банане. Ой-ой-ой-ой. Последней пулей залетел этот дресня, блядь. Изи, 1 в 3 ситуация. Бля. Ладно. Сука. Бля, реально прям не повезло, последняя пуля залетела. Ну там все сбистикся, и слава состав по шашкам намечается. Конечно, шма. Слав, раз тут среди собеседников только чат, расскажи план на лето. Я в Японию еду, брат. Если по крупным стримам, то футбольный матч у нас, стримеры против блогеров. В августе мы в Кёльн едем на стадионе комментировать АМ Кёльн. Нам там ESL все подготовили, прям, ну, это, короче, максимально круто должно быть. С Диларой в Японии, ну, не только с Диларой, еще с Exile, с Каролиной. Хорошо, с Элтер. Ой, как хорошо префайром накидывал, кстати. А Умперкап едешь? Не-не-не. С Exile. Смотри, это интересно. Ну, тут пиздец Ниру. Бля, обидно, что вот вроде на хороший раунд, вроде живой раунд, и вот так вот по щелчку пальца просто все поменялось. По одному ебаному щелчку пальца. Есть у Финнига на дроп, есть у Ксие лайк. По-хорошему сейвить надо. Заметил? Только не простреливай. Хорошо. Бля, ну... Сделай качество получше. Это максимальный, брат. Это фит, который мне выдает турнирный оператор. Сувенирный хуй зайчику прямо за воду. С наклейками Титан, блядь. Сколько по времени срёшь Хинди, брат, очень быстро. Я в этом плане вообще, я иначе не люблю... Бля, они хотят играть раунд. Это очень хуёвая затея. Хотя... Они хотят просто прыгнуть, поставить, или что? Они не сейвят в коврах, фух. Ну хотя, блядь, на самом деле, если бы они знали, что там один Оскар с ВП, блядь, может, был бы и смысл доигрывать раунд. В этом плане, конечно, да, но, блядь. Это, к сожалению, только нам видно. А когда игрокам видно, это уже называется радар. И это не очень прикольно. Оскар легенда Маус. Ой, это правда. Оскар молодым дает жару. Не, Оскар это легенда, пиздец. Посмотрите, как он выглядит. Он выглядит как реально скуф. Но он ебет пиздец. Слава, когда пацанам фотки добавить, не очень прикольно смотреть на фотки. Да-да-да, я понимаю, брат. Вот они сегодня только на буткемп заехали, сегодня последний, я не помню, кто там, по-моему, Селтер доехал. И на днях фотосессия будет. И мы прям выделили 2 дня на буткемпе, когда мы будем ролики снимать весь день на YouTube. Ой, ну да, прям full день на YouTube, чтобы на протяжении потом полугода ролики выходили. Там раз в 4 дня, раз в 5 дней. Короткие, но такие веселые, прикольные ролики, чтобы познакомить людей с ребятами. Хорошо, Финниган. Тнир. Фух, блядь. Сука, прущийся хуй. Мог же реально нашить нахуй. Бля, пиздец, они смоки выходят люто прям, ну это очень жестко. То есть Ниру сейчас повезло, что он вообще не чекал, случайно реально бы так вышло.
Бля, если он еще Оскар, это пиздец вообще, реально. Ебать, он еще и в этого попадает, ебаный рот. Выебите его уже, фух. Бля, Оскар очень крутой, пиздец. Ты как легенда, легенда в отношениях. Скажи, как пережить расставание с девушкой, которая после года совместной жизни через три дня нашла другого мужчину и уже с ним в отношениях, обидно до слез. Да пошла она нахуй, брат. Я говорю, блядь, это просто твой опыт, запомни. Это просто твой опыт, и это просто жизнь. То есть, типа, ну это же заебись. То есть, ну ебать, если через три дня женщина, блядь, нашла себе другого мужчину, ну хуй с ней значит. Значит, не настолько ты был важен в ее жизни. А она, судя по всему, для тебя важнее была, чем ты для нее. Так что, блядь, один день подрочи, поплачь, блядь, и все, и дальше, блядь, живи свою жизнь, кайфуй и развивайся. Ты, главное, кайфуй, понял, ты всегда должен быть удовлетворен. Я сейчас не только про дрочку и про секс, я про твои успехи, достижения. Ты же мужчина. Ты должен постоянно достигать каких-то успехов, блядь. Да-да-да, летом будет ебанутый контент, пацаны, футбольный матч, реально, это охуенная тема. Ну, мы все еще более детально проанонсируем. Ждите. Спасибо, а то в тильте. Брат, да это, блядь, у меня тоже девушка с первых отношений ушла. Я не знаю, как быстро она нашла мужчину, но тоже там меньше, чем через полгода. А какая мне хуй разница уже? Мне уже похуй было. Она вроде женилась уже даже, блядь. Да круто вообще, что счастье, здоровье. Я говорю, это просто этап по молодости. Хорошо, изи, есть килл. Ой, да, замужем, извиняюсь, я путаю. Бля, на самом деле, это еще не такой легкий раунд, как нам кажется всем. То есть тут важно понять, как вектор атаки будет выстраиваться у пацанов. Потому что может еще все крайне хуево быть. Если честно. Сейчас важно тогда... Ну, на банане хорошо, что на Б, точнее, один чел, но, блядь, они опять же не знают об этом. Ну, есть инфа то, что М-ка. Здесь, но у них, я так понял, вообще нет инфы, то, что у них говнобай. Финниган сам будет распикивать? Блядь, ну вот это очень хуёво. Выглядит как будто как в ёбаный раунд. Реально. Это выглядит как сучий в ёбаный раунд. За сколько с Джиганом бой сделаешь? За 5 минут он мне ебал, набьет и все, и разойдемся. Какой бой с Джиганом? Он, блядь, чемпион мира по тайскому боксу там. Он как терминатор, блядь. Ну это похоже на самом деле на въебанный раунд. Вообще максимально. Ну вот я не знаю, Инферно реально такая карта, на которой пиздец как важно делать перетяжки, всю поеботину. У пацанов пока с этим проблемы. GG первая карта. Ебать, твои типы ебут на комьюнити клэше. А чё там? Короче, сейчас порно, подожди. Сейчас, родной, сейчас они джуджуликами притрутся и ебать друг другу на буткемпе. Да, да, я думаю, надо, я думаю так. Брат, ну надо им сделать сплочающее мероприятие какое-то, понял? Может быть, кого-то их вывести, бухнуть. Знаешь, как в хоккейных командах, блядь? Угу. Чтобы, типа, люди сплочились сразу и друг другу могли высказывать всё, что Red хотят. Red Room, забери их. А что это такое? Как он? Роксбери, как он здесь? А, Срепу хотя бы? Да, пусть отдыхнут, пацаны. Пусть, блядь, по эти помацают, да, бурурисы, блядь. Ну и там девушки, блядь. Да, да. Да ты приведи, правда, на буткемп, никто не знает. Девушку пусть лучше просто. Раз в неделю, понял, бля, выдаешь им доступ, нахуй, встретиться. Встреча по четвергам, бля, по 10 минут. Между тренировками. Чтобы джужулик, бля, проветрили. Шма, у тебя джужулик вообще там стоит, у тебя кондиционер там или нет на джужулике? На джужулике кондиционер? Да. Это типа охлаждение, как кулер, что ли, подзалубный? Ну да, типа того. Ты жопу не потеть, когда стримишь? Не, брат, вообще нет. Ай, блядь, его сделали. Мирчик. О, хочешь экран этот врублю, чтобы ты видел? Блядь, брат, я сейчас поеду потихоньку, брат. Я просто зашел чисто поздороваться, брат, и за наше поболеть. А так, если что, отдыхай, любой другой, с удовольствием. Да, поеду я, брат, мне нужно деньги сейчас найти, поменять. Понял, вот я что тебе писал, помнишь? Ты списался с человеком, который я снял? Да, списался, брат. Там... А он может в любое время делать или только определенное? Не, в любое время, просто договорись с ним сегодня, завтра, послезавтра, во сколько. А, просто у меня 7 утра рейс, понял? Не, он сейчас сделает тебе, брат. А, все, хорошо, брат.
Давай тогда, целую, брат, хорошего этот стрима, и подставь чате хорошего вайба. Спасибо, Шма. И нашим пацанам победу этот ганфайв. Давай, брат, обнял. Спасибо, Шма! Давай, Шма, на зелёный! Жизим, бля, ра! Жизим, блядь. Бля, есть такая хуйня, что когда я говорю Шма, это вот максимально неестественно. Ну, смешно, блядь, сука. Заебись, Шма! Ой, хорошо, вот Нирчик, кстати, забирает поджим ковры, а то Оскара здесь был. Бля, хорошо, что не хаешка, нахуй, он полжопы разорвало бы. Есть фармилка, блин, к сожалению, фармилка это, конечно, не М-ка там. Особого преимущества она так не дает на дальних дистанциях. Тут тем более поджим уже меда есть, контроль андера. А что с Трампом, брат? Будет ли он еще играть? С каким Трампом, брат? У меня вот Трамп не играл в Gunfire, блядь. С Трайдом ты имеешь в виду? С Трайдом все, брат. Сейчас, конечно, выпад ковры тяжело будет выйти. Там еще фармилка, да. Ой, хорошо, жулик. Ну это я вам скажу так, это охуенно эко. Пачку, правда, не получится поставить. Да, да, вообще без шансов. Они вообще что-нибудь выигрывали? А, ну, на этом уровне нет. Но это серьезно, типа, для нашей команды это серьезный уровень. Здесь играют, типа, реально прям организации уже, типа, крупные, европейские, с деньгами, блядь. Ну, еще лоу-спонсор, блядь, Adidas, нахуй, ебаный. Прям, мне даже интересно сейчас зайти на сайт Sinners и посмотреть, что у них за спонсоры. Ну, по-любому, какая-нибудь букмекерка, наверное. Селтера вдвоем наказываю здесь. Смотрим. Ебать у них спонсоров, бля, ёб твою мать. У них 4 спонсора. Бля, ну пока все хуёво за атаку, конечно. Один в два ситуации, он тяжелый вообще, по хп прям. А, это даже не 1 в 2, это 1 в 3, ебать, я не заметил Черикса. Ну да, тут нереально убить, тут такое должно залететь с калаша. Да-да-да, еще вообще ни одной пули не попало из-за того, что там эти ебаные полки, блядь. Слав, зачем Тойоту кикнули? Ты про Супра че? Ну там Овер объяснял, то есть, типа, что Супра брался как... Как так называемый... Бля, пиздец жестко, что у них шорт чел, б чел и еще б ковры пушат. То есть они как будто по всей карте. Я понимаю, почему Тнир вылетал, потому что он нашел килл в коврах и думал, что чел в шорте. А, вот, Супра брался на роль опытного старплеера, то есть игрока, который поиграл в Титанах, который поиграл в Гамбит. И играл типа так же, как и вся команда. То есть, грубо говоря, неоправданные ожидания. Это очень грубо говоря. Прикинь, в следующем году выйдут в Тир 2. Ну это пиздец работа, пацаны. Это прям ебать. Я вообще не представляю. Это, сука, надо какими-то роботами быть. Чтобы выйти, блядь, на Тир 2 уровень. Это пиздец вообще. Hello, are you the owner of the team? Yes, bro. Брат, а что с Трайдом? Почему кикнули? Это... Как там называется-то? Ну... Нашли замену снайпера. Выкупили изи. Зачем резолюш? Какого резолюшна? Резолюкса, блядь.
Тут пока не надо решафлиться, да. Тут пока надо решафлиться. Но это на самом деле очень хороший состав. Но нужны тренировки. То есть, в принципе, они за этим и на буткемп собираются. Буткемп дает буста на самом деле. Но так как это первый день буткемпа, еще никакой работы проделано не было. Ну, как бы, в принципе, никакого буста и ждать не стоит. Для них это сейчас просто место, на котором чуть-чуть пока непривычно играть. Раскид Каплента от Gunfire выход. Всего один игрок здесь. Стеками. Быстрый выход на А. Ой-ой-ой, хорошо, есть два килла, есть два гана теперь. Ставится пачка под КТ, занятие КТ от Финнигана. Ой-ой-ой, что-то залагало, бля, чуть-чуть. Есть килл от Нира. Ну, это похоже на раунд, это похоже на раунд. WW, родные. Шизим, шизим. Летвик, здорово, брат. Что такое 3-16, брат? А, типа счет там сейчас за 13 играет. Как ты сам вообще, Марк? Ебать, Летвик, пиздец, легенда. Чем ты сейчас занимаешься? Ты играешь в Fortnite, брат? Как у тебя по жизни вообще? Амкал какой тир? Амкал, кстати, тир 2 команда. Тир 2, тир 2,5. У них изначально команда... ну, у них же выкупленная команда, по сути. Бывший Иван Вин. Амкал, кстати, тир 2, наверное, да? Сейчас скажу. Я даже просто по результатам посмотрю. Ну, тир 2, да. Амкал прям тир 2 команда. Gunfire топ 83. Yes, yes, brother. Тут вот этот раунд важно не залить. Хорошо, есть килл от Ксиела. Контактиком распикал. Есть килл от Селтера. Подвальчик. Оскар падает. Что-то Летвик ответил? Блин, Летвик, конечно, охуенный. Пацан, пиздец. Дай бог тебе здоровья, брат. Давай, родной, ебать. Баскетбол, нахуй, от Селтера полетел. Gunfire, ну, это турнир, это вот тир 3 турнира, блядь, сейчас. То есть такие топ-50 команды мира. Не, мне кажется, это тир-3 турик, на самом деле. А что ты думаешь, смогут твоих вытянуть? Да дай бог, брат. А ты ответил, Марк? То, что я тебя спросил или нет? Ну, я надеюсь, да. Мне кажется, на Мираже точно не смогут закрыть их. То есть, Sinners — это как бы топ-50 мира, но это как раз-таки вот тир-3 команда. То есть, они иногда залетают на тир-2 турики. Съел на фото, похож на бустера, я ебал. Я говорю, им просто повязочку ему при фотошопте, блядь. Кстати, к Сиелу с авиком сейчас приколиться. Вот такая хуйня интересная. Изи, есть килл. Мир, минус 2. Ну тут изи, изи раунд, пистолеты, блядь, без армора, без нихуя вообще. А зачем мы вначале взяли девушку в состав? Блядь, сука. Вы тролли, блядь! Летвик ДС, брат, заходи, я вообще тут скайп. Летвик, залетай, родной. Ты еще лет голос не слышал, блядь. Залетай, шма, блядь! Нет, когда после шма говоришь, блядь, как-то агрессивно звучит. Залетай, шма. Да, блядь, для меня вообще шма в целом как-то агрессивно звучит. Как будто, знаешь, как будто хочешь сказать шмара и чуть-чуть не договорил, типа. Кстати, быстрое занятие коннектора — это хороший раунд. Хорошо. Ой, хорошо, Финниган. Ой, хорошо, Финниган. Минус 3, быстро, изи еще убивает. Хороший раунд. Хороший раунд. Есть инфа по последнему игроку. Занятие Б-плента. Пачка, правда, далеко лежит очень. Финниган вот этим смоком дал понять, что его уже близко ждут. Пачка забирается. И без всякой хуйни просто на Б. Все, хорошо. Сейвит, да? Да, денег нет, надо сейвить, на самом деле. Он думает то, что ребята еще могут на А развернуться, но это, конечно, опрометчивое решение. Bomb has been planted, блядь. Все, да. Вот этот. Привет. С Фекси как-то поддерживаешь? Да, Фекси тоже пропал в какой-то момент, я вообще не знаю, чем он занимается. Где Скуфер Драйв? Скуфер Драйв уехал на Кипр, бля.
Смотри, смотри. Прочекают? Хорошо, все делать. Бля, важно, блядь, дефолтные углы чекать, блядь, это важно прям. Малой ебет, бустер, как себя чувствуешь после вылета видео Exile? Да, бля, обидно на самом деле, что-то прям. Но я ничего-то не смог напиздеть, если честно. Не знаю, не люблю пиздеть. Тут уже луз-бонус 3400, тут что, бай в целом каждый раунд будет. Ну, сейчас они до двух, наверное, закупятся, да? Фармилками всякой поеботиной, да, арморы, диглы, блядь. Это опасная хуйня, сейчас эра форс раундов. Спасибо за спойлер, а о чем вы, я что-то про это... Какой спойлер? А, про видос Икса, блядь. Я пошутил. Я выиграл. Также слава стрим... Не-не, стрим 21 я запустил. У меня сегодня просто съемка, я сейчас потом к Диларе еду, мы там кое-что снимаем. Вот. Я думал, если честно, Gunfive пораньше поставят. Я сегодня даже без АРЛ-чика, без всего. Хотя, если честно, хотелось, но надо было вопросы там парочку штук решить. Так, ну есть бистик, есть инфа по бистику. Это очень хуёво все еще. Это хороший килл. Бистик умирает в коврах. Да, есть инфа по... А, нет, кстати, инфы по вот этому челу нет. Услышал его, интересно? Слышно было, как селтер подпрыгнул. Да какое домашнее порно. Родные, эра-то вернулась. Даблю, бля! ИРЛ будет в буткемпе? Вот я думаю, когда сделать ИРЛ в буткемпе. Наверное, надо послезавтра делать, потому что у них 25-го прям плотно очень игры, а 26-го можно заехать вечерком, в зависимости от того, как расписание у них будет по играм. Я думаю, пацаны будет классно чуть пообщаться, раскрепоститься, замотивируем их ебать. Ванька строго возьму. Хорошо, хорош, Солтер. Давай, родные! Шизим. Они индивидуально, пацаны, охуенно все они играют прям, да. Но именно не хватает командных взаимодействий. Ну ничего, блядь, самое главное мотивация. Понимаете, в команде самое главное это тимбилдинг. Внушить общую цель, общую мотивацию. Чтобы это как бы и ребятам выгодно, блядь. Потому что условно там они попадают в топ-50, у них зарплата повышается. Попадают в топ-30, у них зарплата повышается. Раунд важно забрать. Вот этот чел между, конечно, неприятная история. То есть, чаще всего, конечно, моллик не дают при раскиде между. Ну и в целом, то есть, читать тяжело, потому что если с контактом выходит, там больше на ковры поворачиваются чаще. То есть, вероятнее всего, он сейчас грязи даст, исходя из моих аналитических способностей. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило. АЕшки нет, да? Ой, блядь, как не убил-то, сущий потрох. Используйте. Смог на то, чтобы пошире занять. Тут сейчас, конечно, от Финнигана многое зависит. Понимает, да, что между может быть? Ну, запрос прочекает ли? То есть одно дело понимать, другое дело чекать. Финниган. Пока все еще стоит, то есть. Бля, пиздец, он неприятно стоит. На таком тайминге между это пиздец. Не прочекаю, да? Джей Финниган отпал. Ай-яй-яй, блядь, хуй ебаный. Ладно, 5-4. ВХ? Кто спалился? Слава, объясни, типа, чё фигня там должен был. Все понял, что за надо. Не, мы типа нашли его, и когда его находят, знаешь, никто не вылетает. Там же Илюха объяснял вроде, нет, или непонятно было.
Да нормально, бля, я вообще мне похуй. То есть, как минимум, деньги, блядь, Карине точно нужнее. Я не знаю, кто выиграл в ролике, но мне вообще поебать, то есть. Да-да-да, все. Кстати, заспотал вроде изи чувака, который прыгал. Вот сейчас раунд прям на самом деле очень круто выиграть, потому что по деньгам лузбонус обновился опять. Да, классно играет Оскар. Он не миссует прям. Хорошо, Финниган, есть килл. Есть Нир, который въебал сейчас. Хорошо, Селтер, килл подай, и все, и два подбэча игрока. Хорошо, блядь, молодцы. Бля, как я их люблю, суки, блядь. Стволы мои ебаные. А, бустер, этот контейнер в твоем компьютерном клубе. Контейнер в твоем компьютерном клубе. Пока не выиграют, не выпустишь. В смысле? Я что, закрыли, блядь, в компьютерном клубе у меня в контейнере? Что за фитнес-браслет? Это самый обычный, брат, за 4, там, 1000 рублей, за 3. Я считаю шаги, я очень люблю эту хуйню, понял. Xiaomi, ебаный. Сколько он стоит, я не знаю, Xiaomi Mi Band. Какой там, 8-9 этот. Ну, для меня это охуенная мотивация. 3000 он стоит. Ну, пиздатый, он работает, бля. И слава богу. Бля, Селтер, конечно, сейчас лучше не умирать. Он идет чекать, слоу хп. Найс. Не заметил, что ли, он так прыгнул. За 3К это очень жирно. Ну, он, в смысле, то, что он большой функционал, вообще охуенный. Не, это гениальное изобретение, бля. Xiaomi топ за свои деньги, согласен полностью. А, буткемп это контейнер. Не, брат, буткемп это дом. Это дом за городом, где они живут. Ебать. Просто в контейнере, бля, прикинь, на буткемпе реально сидят у меня в клубе, бля. Я их не выпускаю, просто еду им привожу, как в ролик на YouTube. Почему не Apple Watch? Потому что Apple Watch это часы, а я ношу типа здесь часы, а здесь браслет, когда часы надеваю. Вот это, кстати, сейчас ксиела. Важно было вот эту перестрелку выиграть, потому что сейчас... Хорошо. Ой-ой-ой, бля, как мало урона. Ой-ой-ой, какой мувмент от Финнигана. Блять, ювелирный мувмент. Сейчас сразу смог, да, запушит? Не? Бля, круто Финниган двигается, пиздец. Очень круто он играет. Для капитана... Бля, он прям очень крутой. Это прям W, это пиздец, я его фанат нахуй. Блять, мисс, сука. Сейчас мы сейчас еще чел... А там всего один пода, да? Найс, хорошо. Все, а-клир. Финниган? Ага, контролит. Ага, заметил. Хорошо, бля, Финниган просто раунд соло выиграл. Это гений ебаный. Бля, он очень крутой, пиздец, его фанат. Пачка ставится. Хорошо, изи, есть килл с ОП. Давай, родные! Ку, помнишь Илью с кадетки? Там много Ильей, блядь, Ильев. Как правильно сказать? Илюх было, во. Вы дом арендуете? Да, там дом стоит 1 000 000, да, арендовать в месяц. Я не знаю, сколько мы арендовали его. Там большой дом, охуенный. Охуенный большой коттедж прям на месяц. Тактическая пауза, кстати, от Gun 5. Чуть-чуть подуспокоиться, может быть, эмоции какие-то. Либо обсудить последний раунд. Дом продал. А, слушай, в процессе, кстати. В процессе. Пока еще нет. Сколько ЗП у них? У всех разное, брат. В зависимости от достижений, в зависимости от того, с какой они командой пришли, то есть и так далее. То есть, ну, понимаете, да, то, что... Не-не, если бы я свой дом сдавал, я бы его тоже примерно за 1 000 000 бы сдавал в месяц.
Ух ты. Окей. Бля, жалко, не убил. В какой стране буткемп? Россия. Оу, бля, Ишкери! Эрагон 5 начинается, сучка! А ты делаешь контракты? Да, конечно, он все на контракте сидят. Ой, бля, хорош, изи, бля, мужчина, нахуй. У нас... Окей, Оскар. Бля, я говорю, у Изи очень хорошая стата попадания, он очень круто попадает. И мне кажется, в его возрасте самое главное — это менталочка. Хорошо, есть. Блядь, сразу размен. На самом деле, может быть, селперу надо бы это уйти. Да, возможно, это правильное решение было бы. То есть, есть, потому что есть преимущество. Оскар, какая ошибка! Он же не услышал. А, он, наверное, услышал. И подожди, а что он услышал? Не, если мы сегодня выиграем Best of 3, это разъеб. Бля, промазал чуть. Еще авик отлетел в ту сторону, сука. Ну, они понимают. Они должны понимать то, что... Ага. Let's go! Внезапная шиза нахуй за ганфай! Родные! Бля, бля, ебать, Финниган крутой, реально. Мне Финниган очень нравится, он пиздец замотивированный. То есть мы с ним часто взаимодействуем в ТГ, типа, по каким-то вопросам. Прям чувствуется, что он хочет выигрывать и расти, развиваться. Это круто. Стрельба бомжада, бля, похуй, бро. Охуенная стрельба у него. Это вообще вилки он раунды брал, блядь. Типа то, как он механически двигается, это круто. А это тренер, блядь, понимаешь? Ой, тренер, блядь. Капитан. То есть для капитана команды это охуенно. Кстати, тактическая пауза от Sinners. Сейчас они будут обсуждать пистолетку, потому что, ну, это МР-13, блядь, пистолетку очень важно забирать. И той команде. Ну, естественно, ганфайв должны забрать. Пошли нахуй эти Sinners. Кроме ЗП, есть бонус? Конечно. Конечно, есть бонус. Призовые. Призовые стикеры. Стикеры в ВК, бля. Стикеры ВКонтакте бесплатно. Не-не, стикеры они забирают. Ты, сука, ебаная. Охуеть, бля, иди нахуй. Сука, аж обидно стало. Бля, флешка опасная. Бля, это пиздец. Там чел в спину заходит, смотрите, на радаре. Слава, как Финниган попал в ганфайв, ну это овер, овер позвал. А ты сильно... Не, я с команды пока вообще ничего не заработал. Ничего не заработал, но и своих личных денег я тоже не потратил. Ну дай бог, нам надо заработать. Нам надо заработать каким-то образом. Мы на этот год поставили цель заработать хоть что-то в команде, доказать себе, что мы можем, блядь, заработать хоть что-то с команды. Значит, конечно, вообще странная хуйня, я не понимаю, за счет чего они существуют, что только реально за счет спонсорских денег. Типа, ну неужели, блядь? А чьи деньги? Ну, спонсоров, естественно. Не, я в УЗИ не учился, пацаны. А, блядь, не получилось захавать, сука, вообще никого не ёбнули. Причем два чела красных, блядь. Сука.
Так ты тоже набери кучу спонсоров. Слушай, ну нихуя не получается, бля. У нас получается спонсор вот наш, основной, главный, любимый. И Лунаси. Но Лунаси мы по факту мы как бы просто пиарим, блядь. Типа, бесплатно. То есть, что это мой бренд. Какая нахуй Лунаком, блядь? Мой спонсор Лунаком просто, Gunfive. Нормально, блядь. Кто первый выиграл? А там видно, видишь? Написано, блядь, Финниган не допрыгнул. Хорошо. Есть килл, Оскар. Блядь. 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 Какой пиздос. Тройное, блядь, произошло. Сколько лет Изи? 19. Засейвить важно очень. Очень прям важно. Они могут раздропаться, две ямки дать. То есть сейчас бай-раунд будет. Еще луз-бонус, бля, жирнейший. 3400. Надо сейчас экономику ломать. Два в ряд точно забирать раунда. Потому что деньги, бля, конечно, пиздец сейчас у Синерс. Мягко говоря, серьезно. Можно паузу воткнуть, кстати, подумать, что не получается. Хорошая перспективная команда осталась только... Проработать над коммуникацией, стрельбой, понимаем тактик, мувментом, раскидками, криками, в стиле SEO команды. Да блядь! Нормально все. Это на самом деле не так-то и много. Не, нормально. Подожди, чего вы пишете? Зря верил Gunfive. Рано еще, не въебали. Все хорошо, блядь. Все хорошо, нахуй. Финниган смог. В кон закидывать. Сейчас что интересно, смог добуд заходить надо. Просто смог побежали. Смог. Фух, хотя бы килл делает, это заебись. Под коврами надо жить, очень тяжело будет. Блядь, не получилось добрать его. Ебучий случай, бля, ебаные ноздри нахуй. Контактом сыграть? Грамотно, распикать на длинном. Там причем уже по сути на байта каждый раунд хватает. Ну, там как бы авика нет, ну там чувак съел еще АМ-ку дает, там селтеру, допустим. Нормально. Что за игра за КТ? Ну плачевная пока. То есть пока мы, блядь, что-то у нас ничего не получается. Вот пауза, это правильное решение. Пока ничего не получается противопоставить атаке Синерс. А Синерс, это чья команда? Это... Чеч Репаблик. А, ну 5 чехов. Моя. Бля. Надо собраться сейчас, надо собраться. 2 кабай сделали, смотри. Фармилки. То есть, ну это знаешь, о чем можно говорить? Это можно говорить о том, что сейчас условно Нир и Селтер, они же опорники, они еще будут занимать ближние позиции. То есть, сейчас, возможно, будет отдача мида вообще полная. Слава, поделись опытом, как выйти на заработок 500+. Обычная работа не вариант, значит, нужно свое дело открывать. А почему обычная работа не вариант? Ну, хотя на обычной работе это должна быть очень высокопоставленной, должен, чтобы 500 тысяч получать, на самом деле.
Бля, услышали, пизда, ну это выход на Б. Это въебанный раунд, да-да-да, к сожалению. Это просто заход на пустой Б. Пока, блядь, ни одного раунда не получается забрать, просто 5 в ряд берут. Охранником в рейбай бустер. Сука! Можно же старый состав топ-тимы собрать. Это как понять? Старый состав топ-тима. Типа кого-то выкупить из кого? Ну это деньги другие. То есть там, я говорю, там выкупить одного игрока из такой команды, это будет стоить дороже, чем нам мы выкупили с Элтера, Нира и Изи. Типа там $1500. Найс. Найс. Хорошее начало. Селтер. Поешка хорошая. Падает смок. Под него играть хорошо. Блять, ебаный хуй, нахуй ты в смок шьешь, блять. 3 в 2 ситуация. Блять, слишком жестко Финниган полетел. Ну не надо, поторопился очень сильно. Сгорит. Хорошо. Ксиела, бля, хорош. Уу! Let's go! Шизим, блядь! Просто на уверенности. Залетели, бля, выебали яму и все. И поломалось сразу. Твой сын раунд взял. Ну там на самом деле не мой сын, там очень сильно зарешало первые киллы в начале. То есть они всегда ломают сетап, они всегда ломают план атаки. То есть у атаки есть какой-то план на раунд? Если кто-то агрессивно играет и ломает его... Вот, то это заставляет принимать иногда не самые умные действия. Вот Синерс решили после двух смертей под яму быстро Б вылететь. Но денег, бля, посмотрите, сколько там пиздец вообще. То есть они еще два раунда в ряд могут въебывать, у них бабок будет жопой жуй. Ой, хорошо, еще и Оскар убил. Ебать, он прицелом круто двинул. Очень прикольно было. Это хорошо было. Раунд в меньшинстве начинает. Тут подсадка в окно у нас. Смачок. Смог сейчас рассеиваться будет. Тут очень важно будет выиграть дуэль. Но тут, конечно, у Бистика преимущество. У Бистика очень серьезное преимущество. Хорошо, изи. Бля, как он охуенно попадает. Это ебаный гений. Хорошо. Финниган. Бля, вот он, кстати, сейчас может чекнуть окно и сказать то, что мидл никого нет. То есть, хотя должно быть понимание, что чувак в коне может быть. Там Нир чекает. Короче, сейчас такая, сейчас игра таймингов. Но это 5 в 2 ситуация. Но на самом деле достаточно опасно до сих пор выглядит. Потому что лоу хп изи. Да-да-да, видите, вот здесь Нир отпадает. То есть тут на самом деле раунд нихуя еще не выигран. Инфу сейчас собирает то, что под коврами клир. Понимает то, что изи, возможно, до сих пор еще в коврах стоит из-за того, что убивали Нира в КТ. Очень хорошо пока все. 20 хп. Пожалуйста, умоляю. Найс. Шизим, родные! Найс.
Денег, ты сколько денег? Пиздец, 13 тысяч, чела, ебаный рот, блядь. Кто твои родители, нахуй? Откуда у тебя такие суммы? Шума, блядь, кто твои родители? Откуда ты, блядь, 13 тысяч долларов имеешь, блядь? Ты говорю, тут, конечно, экономика пиздец. То есть у нас как бы все еще, сейчас раунд въебывается, да? Денег нет опять. Зато, блядь, у Синерс, сын аллигатора, блядь. Чё хочешь, все может. Деньги, деньги, деньги. Смотрите, как мало денег. Смотрите, как мало денег у Синерс. Это еще раунд. Если сливается раунд нашими пацанами, то это, конечно, печаль, беда. Че ты, блядь, показываешь об сервер, еблан, блядь? Очень неприятная флешка залетела от Ксиела. Так, ну так по таймингу вышло, то есть как бы в этом вины его нету. Хорошо, изи. Бля, как он охуенно стреляет. Блядь, как он охуенно стреляет, господи, блядь. Господи, блядь! Кого мы купили, нахуй? Ты ёбаный, блядь, Моноси, нахуй. Бля, какой тайминг говна, пиздец. Ну, такое тяжело отдать, на самом деле. Что это у нас? Решай, о, дизайнер, дизайнер, брат. Я тебе сделал дронсу. Благодарю. Бля, пистолетка максимально важна. Ганфайт начинает сейчас за защиту. Погнали, роднички. Все жестко, шизим. Изи, поджим мида. Ну, это, кстати, хуёво. То есть, тут так все выглядит, что должны изи вообще синер забирать плент. Они думают, что это под Б раунд. Да-да-да, ну... Оу, бля, и нахуй отсюда. Ну, опрометчиво достаточно, я так скажу, что нахуй я так... Странно, преимущество отдали, честно. Еще и почему-то... Чё-то яма. Вы уже играли в пиццалку? На Дасте? Одна была, да. Против, ну там какие-то боты 777. Тоже на ХЛТВ, но... А, еще против этих. Против Team Space, нет? Не-не, про... отменили. Да, ну должны были вроде. Да-да-да, точно-точно. Бля, пистолетка была максимально важна. Непонятно, что так Финниган после килла, ему надо было гораздо осторожнее играть. Он прям что-то полетел на кураже. На просвете умер. То есть очевидно даже, что на таком широком пике его бы не отпустили. Есть попадание со скаута, кстати. Фулл эко сейчас. Че, по пистолеткам? Да, по пистолеткам все ужасно. Я не знаю, мы как будто вообще за все игры наши на холдове ни одной пистолетки не выиграли. Должны убивать? Не? Только затыкали его одного бедолагу, ну а нахуй с ним. Шарда уже шницель подошел, кстати, в ебасоску получил. Вот изи шикарно просто ту игру отыграл. Чё мяу? У меня кошка мяукнула? Ну не, Signal 5 проиграет... Мариска, которого сегодня выиграл на фейсите, дисбанд. Чё проиграет? Ну ты, блядь, одного... Ну вот Мариска. Ты фейсит герой, блядь. Ты выиграл какая одного разница? Чела в соло, это вообще нахуй. Какая нахуй разница? Одной так, я, блядь, обыгрывал всех нахуй на фейсите из тир-1 команды. На девятом левеле своём?
каком нахуй 9 левеле, блядь? Я всех в КС ебал еще тогда, когда ты, блядь, ходил нахуй под стол, блядь. Блядь, вот это пиздец, важная перестрелка была. Здесь ХП у Оскара есть остается. Здесь ХП у Оскара. Тут есть подзум от Селтера. Угу. Еще на самом деле могут на бэк респустинуться. Потому что пачка, смотри, где. Ну не торопится, прям одна минута времени, это вот дохуя это на самом деле. Оскар жесткую позицию занял. Ну да, вообще не читается такая тема. Хотя, смотри, смотрит. Хотя, двойка. Селтер смотрит, да. Да. Нет. Ну это он... О. Нет. Справа. Под подзатыльник залетел. Финганс растягивается мидл. Видели. Заметили, Лизи, видели. Да? Ну, бля, хуёво всё складывается. Да. Молик раз. Бля, мог так собрать, сейчас так охуенно не стояли. Ты делаешь, муравей, нахуй. Зря. Бля, да ебаный хуй! Зря, реально. Отъебан будет. В горлышко, нахуй, свое, бля, бутылочное. Бля, сколько Оскару лет уже? 34 где-то, да? Да под 70, мне кажется, блядь. Он на глицином закинется и хуеть. А, нет, 32. 32, я до сих пор играет, сидит в контру. Кухлю. Быстрый бы раунд, да? А, не, захолодились, пачку скинули. Медленно. А изи с Зевсом? P250. Там Финниган шарта будет байтить. Не, у него Зевс был вроде. А может и нет. Мне как будто показалось, что электричество выскочило. Ела. Летает. 4-0. Пока все хуёво. Надо набирать раунды. Почувствовать, так сказать, кровь, потому что у Селтера, Сиелы и Тнира еще до сих пор счет не открыт. У нас, то есть, за 4 раунда 3 килла все сделано. Хороший вост. Да. Ну. Если авто не мишку. Да, очень, на самом деле, близко. Финниган рискует. Убивает Оскара. Ксиела что-то, блядь, чуть подзалип. Новый смог промазал. Используйте. Бля, Изи очень хорошо с ОП стреляет. Хорошо. Прям очень хорошо. Угу. О, услышал. Он специально прыгнул. Ты думаешь? Как будто бы. Угу, вот это важно сейчас. Бля, есть попадание. Попал. Беги. Бля, фух. Бля, мне так всегда пугает погони почему-то. Бля, а почему у КТ у нас циферки, а у атаки у нас аватарки? Потому что остались все, у кого нет аватарок, понял? От Нира многое зависит. Сейчас. Ну ему надо убивать чурка. Но он не ждет. Не убив... О, тайминг. Не дочекал, да? Угу. Да. Сейчас счет вернется, да. И тайминг. Бля, как им, ну ебаный хуй. Ну прям вот не везет, я бы так сказал. Сейвить надо уходить. Он просто отпустит ли? Бля, вот они проебывают раунд и повел с какой-то хуйни, типа. Не дочекал. Не проверил угол, блядь. Ну еще мало опыта на этой карте, как будто бы люрков проверять. Давно никто её не играл просто. Mm.
Главное сейчас. Соня, ну они их зажимают, кстати. Ну тяжело будет не отдать авик. Хотя. Я здесь забрал Т-шку. Салтер смотрит двери, окно. Он 7 хп уже. Он промахивается. Найс. Засавил авик, это хорошо. Да, авик это заебись. Сейчас каким-нибудь МПшки под авик. И поехали. Я бы на самом деле паузу поставил бы здесь, честно. Чувствует. Никон будто... должен, наверное, заколить что-нибудь, чтобы надо как помедленнее играть от гранат. Потому что растягивает и, просто синерс. Чуть-чуть как будто хочется, понял, переломить самую малость. Да. Вот этот темп сбить. Только не играть, не все очень комфортно. Чувствую сейчас синерс. Кто второй комментатор, это... Одну букву дописываешь, и ты... Вот ты меня спросил, кто второй комментатор, а мы, если букву М допишешь, то кто второй комментатор получается. Это донг, ладно, это донг, ребят. Сейчас, постой. Сейчас еще донг зайдет, короче. Слышал про ситуацию с Лёвой, окей, да, да, конечно, да. Ну это, типа, давно известный факт, я не знаю. Но я очень давно про это знаю, там убить нахуй могут. И типа ничего не сделают, потому что полиция не может фавелу заезжать. Алло. Народу. Эро. Бля, сколько он сейчас не рыжил. Вот смотри, снова сейчас не дочекает лирка, как будто бы. Да, вот видишь, и что делать? Не получается ни один дуэль выиграть, ни, ну... Не, блядь, 100 из 100 забирают. С чем это, блядь, связано? Вот хуй пойми. Просто, не, ну, не получается, ну, ни за что, блядь, не получается зацепиться. Да, как будто просто не перестреливают и все. Проигрывают все дуэли. Да, которые да. Надо выигрывать абсолютно. И там еще один люркер, смотри, в нижней тэшке ходит, кайфует, блядь. Ну, кстати, если сейчас Изи даст килл на ланге, maybe они захотят отойти, а тут уже спрятав всех сияло. Не, я думаю, его еще прочекают, брат. Видишь, чел выходит. Mm. А, ну хотя не. Не, если прочекать левое дверь на таком тайминге, когда у тебя был люрк в тэшке верхней. Странно вообще. Бля, и все равно ждет же. Сейчас все зависит от Изи. На. Тинга убивает люка в миду, кстати. Ксела просто должен ган сейвить. Но на самом деле Мериска сейчас просто не, ну, нечего было делать. Все стоят на лонге, он ждет просто поджим спины. Но они слишком мерзко играют. Люрк в нишке, от нижней спину, и три просто стоят, смотрят. Вообще просто не получается никакие киллы найти, ну пиздец. 6-0. Ладно, это был мини-форсик, сейчас бай. Да этот бай надо выигрывать. Ну хотя там уже денег, блядь, у Синерс до конца там игры, пиздец, как будто бы. Я говорю, они же их вообще не убивают, там денег реально до конца игры, блядь. Типа три раунда точно они могут под ноль закупаться и сливать. Ну, блядь, статистически, конечно. А нах они убрали Анубис, а я... Потому что у... Если у Синерс посмотреть, у них... Они играют один Анубис. У них типа хороший минрейт. Уф. Селтер жестко убивает Селтера. Ой, Оскар. И это выход, кстати, под Б просто на пустой плент. Да. Ну пиздец, короче. Они чисто переигрывают. Нет, тут вообще без шансов, брат. Сейф. Надо делать сейф. На, Оскар уже ждет. Блин, их везде находит в респе. То есть тут непонятно, что делать, я вообще не понимаю. Надо совершенно полностью сейчас как-то менять игру, блять, находясь в катке. Это пиздец, блядь. Почему? А я не знаю, почему меня еле слышно, я хуй знает. Вот так меня громче слышно, алло, алло. Я не знаю. Скажи, что это кто, этот донг? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот так должно быть нормально, нас одинаково слышно.
Кстати, на лонг не вышли. Два в нишке. Сейчас хотя бы забрали лонг. Да, ну тут смотри, это они уже мидл вышли. Бля, как они так играют, брат? Я не понимаю. Они идут туда, бля, где нет челов никогда. Ну чё за хуйня, блядь? Но у них есть инфа, что занимали лонг. Кстати, наиграют три фа, скорее всего. Они сейчас, знаешь, они просто играют. Найс. Хорош, не рубивает. Люрка в боксе, они играют так, что просто не боятся, потому что видят шот, видят киллы. Им сейчас бояться нечего. Причем они, кстати, отзонили мидл и ушли все на шорт. Один люрк остался в тэшке. Давайте пройти шорт. В респу упал, смотри. КТ упал, Книр, слышал, что в КТ упал? Да-да-да, но он ничего вот не финиган. Сделал. Вот и Финиган. Бля, на рассей. Давайте. Не рубивает одного в КТ. На, изи один в три. На них просто растягивают очень жестко. Сколько они двигаются на карте, брат? Это пиздец вообще. Это скоро уже. Бля, он просто по всей карте, брат. Пиздец. Бля, вообще хуй знает. Просто нет ни у кого больше 3 кило. А разве на Твиче можно порно смотреть? Ну, получается, да. Мне кажется, было бы гораздо лучше, если бы они сыграли Анубис. Несмотря на то, что винрейт у Синерс больше на Анубисе, понял? Типа, как будто всегда надо отталкиваться не от того, какая сильная карта у соперника, а какая сильная карта у тебя. Ну, это новая карта. Да нахуй тебе команду, продавай тут наушники. Да можно одной и тем заниматься. Это новая карта, и тут без понятия. Кстати, вот мне недавно сказал кто-то, я играл, то что вот по дальней стенке вообще нельзя прыгать. Для века это очень легко убить. Хорошая. Солтер убивает первого, убивает второго. Найс, первый раунд, бля, да? Надеюсь, смог падает. Не торопимся. Даст это новая карта, и ты не знаешь, кто как ее играет. Когда не, ну у них, даст, брат, у них, смотри. У них 6 карт уже, 6 сыграно дастов. Ну 6 это еще вообще ни о чем. А у нас один. А. Ну. Ну если конфайв пикнули даст десайдером, то думаю, они были уверены в дасте. Хотя еще ничего не потеряно. Ну, это то, вот о чем я говорил, понял? Что надо было. Ну вот важно начать, типа, хорошо. Ну, типа, для уверенности, для темпа. А они сейчас, блядь, себя чувствуют, как короли, нахуй, на карте. Они еще могут раунд забрать, блядь. Хотя 30 секунд. Ну, в CS2 проклятый счет 9-3. Если они 9-3 закончат половину, то все может быть. Теперь мы же не знаем, как Gunfive за атаку играют. А Синерс за КТ. Мы же Синерс всех ебали за тиров, а за КТ сосали. Изи пропускает одного, кидает с хаешки. Оскар 1 в 5, пытается спасать пачку, умирает. Первый раунд. Ура! Найс. Окен Файв стрик, да, по-моему, по победам? Был. Мы проиграли? Я пока не могу чат шизить, извините. А, вот, сами-то, да? Я не могу шизить, типа, при таком счете. Прям не шизиться, блядь. Блядь, что он делает? Это пиздец вообще. Это опыт. Он просто карту Финиган, в соло кстати, забирает. Кстати, может сейчас сделать грязь. Не, Финиган, ну пизда, брат. Не, не может.
Там он сквозь своих, там все, пизду, короче. Бля. На. Просто стреляют. Просто порнография ебаная. Не, говорю, делаю 9-3 и все. Проклятый счет. Это как в Valorant. 9-3 проклятый счет. Мне кажется, я всегда проигрываю игры со счета 9-3. Нет. Я не буду мурчать. А, помурчи. Какой нахуй помурчи, блядь? Ну что, СМР канал для 12-летних девочек, блядь? Пиздец, брат, ну что происходит? Ну, кстати, два красных у игрока Синерс. А ты думаешь, в дисбанде команду каждые 2-5 месяцев можно достигнуть каких-то результатов? Да нет, понятно, я говорю про конкретно эту игру, блядь. Тут вот что Оскар делает? Вообще не промахивается. Оскар в потоке. 12-2 идет старичок. Смотри. То есть, ну они везде, они на всех позициях, смотри, минус Нир. Да, то есть им просто, они все перестрелки выигрывают. Как он такое чекает? Селтер. Тут уж чел в миду. Пиздец вообще, ебать, что это за игра вообще. Мог плохой, потому что так это смок атаки. Такой смок и должен быть. Причем понял, типа, я знаю эту хуйню. Знаешь, бывает, ты в катку заходишь, и у всех из команды залетает. Понял, у всех. И типа, они все перестрелки выигрывают, все контакты, блядь. Ну это самое пизда. Видно, что это десайдер. Да. В данный момент. Бля, охуеть, как он не убил, блядь. А, это уж не Оскар. Размен 4 в 4. Хороший таймик ловит Нир. 4 в 3. Там Оскар жив, блин. Пиздец, что делать. Потоки старый. Играю, кстати, с двумя авиками. А в чем прикол-то? Не знаю, это молик. А что там за молик? Но он лево пытается выжить. Выжить. Найс. Найс. Это второй раунд. Это второй! Не берет раунд 1 в 4. Ну, без бомбы. Тяжело будет, на самом деле, достаточно. Оп. Причем он не смотрел, причем его сторону прибил. Первый. 10-2. Пистолетка. Не так потом грустная игра, блядь. Форсится Синерс, проигрывает Синерс 10-3, 10-4, 10-5. Короче, открой уже аргу по Фортнайту, там отбить вкладку на больше, чем с командой ПКС. Так нет, в смысле, а с чего его там можно отбить? Хороший вопрос. ФНКС, так в смысле, вы в курсе то, что организация забирает либо 10, либо 20% с призовых? Конечно, нет, в смысле больше, я вам говорю, как есть. Мы забираем 20% от призовых. Деньги организации от всех, только с рекламы. То есть 20% от нуля это сколько? Ноль. Ну вот. Во всех аргах так. Плюс-минус, да.
А в КС ты что выиграл? Ну, ничего, естественно. В смысле, я же не говорю, я просто, ну, в Fortnite это... Короче, все деньги с призовых, это... Ну, деньги, короче, ни одна из организаций не живет на деньги с призовых. Только реклама, только крупные рекламные контракты, коллаборации и так далее. Это, кстати, раунд через нишку. Как я понял, будет флешка мидл двери и врыв. А тут у них стак, смотри, два шорт плюс два мидл. Охуеть. Финиган 1-2. Он без бомбы, брат. Два красных. И они оба на одну пулю. Только... 8-5 хп. Найс. Один в один. Он не читает, да? А, он его убьет. Главное, с ножом. Оо, нет. Найс. А, ладно. 10-3. Вот, и пистолетку выиграли. А, да, плюс, плюс в Fortnite нельзя БК рекламить. Точно, это вообще ебанское правило. Ну это как в Valorant, наверное, да? Наверное, да-да-да. В Valorant тоже нельзя БК. Да, кстати, Синер делает форс. Пиздатое правило. Ну да, но из-за этого не особо выгодно покупать, игрока подписывать. То есть какой смысл нашему спонсору давать деньги на подписание там туза? Смоком промазали, видимо. Или это и должен быть такой смок на проход. Что такое БК? Бургер Кинг. Они такие, блядь, ну нельзя в Fortnite Burger King рекламить, извините. Платная шутка. А вкусные точки можно пиарить? Да, вот вкусные точки можно и в Valorant, и в Fortnite. Батю прошивает, брат, что он делает нахуй? Пиздец, они себя как рыбы, блядь, в воде чувствуют. А Ростикс, Ростикс можно тоже. Как нельзя, если челы сидят на лане в футболке БК. Я не знаю, не слежу за Фортнайтом сейчас. Я тебе не смогу ответить. Просто я помню правило, что нельзя букмекерки рекламировать. Вот в Лоранте точно нельзя. Да, да. Нельзя, чтобы организатор турнира была БК. Это тоже, да. Что-то у Риотов запрет какой-то, по-моему. Из-за этого мало турниров. И в СНГ. Ну да, потому что весь спорт, в принципе, держится на БК. Что они все турниры спонсируют, организуют. Бля, выглядит как ебаный раунд, да. Да, вот там вот, да, там челы на гендерфе очень хорошо. Да, выглядит как раунд просто в соляну залитый. И там уже шорты. Смотри, смотри, а там еще чел сзади спину ждет. Всегда видно, что раунд въебан. Ну, 2-2, кстати. Один КТ, один шорт. Простреливается, нир красный. Да, да, это всегда понятно. Когда вот видишь смоки и видишь, куда люди выходят, сразу понятно исход раунда. Так БК это ебучий скам по обворовыванию работяг, но хуя это дерьмо рекламировать. А в чем скам заключается? Хочу ответ дождаться. Потому что люди сами ставят. Ну да. Я дождусь ответа от него, именно от этого чела. А где он написал? А, вот. Угу. Азарт. Так, в смысле, так это... А в чем скам в азарте? Тебя никто не заставляет ставить, можешь не ставить. Скам это если бы ты выигрывал, и тебя типа блокируют. Ебать, у них по хп, брат. 4 в 3, это выход по... Посмотри на хп. 49, 6, 3, 3 хп. Как будто бы... Сейчас, покинь, наш ёд смог. На. Бля, как это рядом было. Лудомания болезнь, зарабатывать на больных людях. Так, блядь, язва желудка тоже болезнь, чипсы уж продаются, все, ну. Ебать, они сейвить ушли. Это не казино, казино, почему казино? Потому что у тебя есть алгоритм, который никому не понятен. Прикинь, вот ты крутишь слоты,
И непонятно, когда тебя занесет, когда нет. Тут все просто. Ты поставил на победу одной из команд, одна команда выиграла, деньги забрал. Проиграл, значит, не забрал деньги. Все. Вот в чем вся разница. Ты крутишь слоты там, кому-то подкрутило, кому-то нет, кому-то, блядь, взял сайт, накрутил, ебать, какому-нибудь стримеру, после этого все начали играть. Это и называется скам. Один из четыре. Хуйню несешь сейчас, лопнуть. Почему? Скам заключается в том, что челы специально проебывают. Охуенно. То есть вот ты поставил 300 рублей где-то, ебать, и такой Манчестер Сити такой думает, бля, давай въебем, пусть он, бля, хуйца будет сосать неделю, бля, чипсы не будет кушать. Я, кстати, по Джимми, да. Съела, есть килл, заебись, там, кстати, два лоха точно в чела. Оскара остановили. Да я понимаю, бля. Ну, ребят, 3-2 это уже не зависит от БК, как будто бы. А, причем есть БК? БК это они просто дают линию, блядь, на события. Вот играет Манчестер Сити Бавария. Вы этот матч смотрите, то есть никакого скама нет. Если откровенно 3-2, то БК отменяют ставки и делают возврат, насколько я знаю. И потом блокируются ставки на эти команды. То есть, как бы, если ты подумал, что условно там Gunfight могут выиграть Sinners, блядь, поставил на Gunfight, они проиграли, блядь. И, ну, здесь как бы БК-то ни при чем. Пиздец. Какой пиздец сейчас происходит? Как же важно сейчас убить этого штриха, блядь. Бля, каждый раунд наебануто тоненьком просто. 11-5, и как будто бы 1-6, потому что денег нет, так и должны делать. КФ кто рисует? А. Так не ставь на нее, если не нравится коэффициент, в чем проблема? Причем без скама опять и БК. Странно. По такой логике производители мощных машин тоже с камеры шанс разъебаться еще больше. Так я говорю, да, это лишь бы доебаться, да. Ебать, чел такой, он думал, что он пиздец аргумент написал, типа, коэффициент это скам, по-твоему? Но если тебе не нравится коэффициент, ты можешь не ставить. Плюс есть динамичный коэффициент в лайве. Почему блокируются аккаунты чистые, без объяснений? Ну, если ты ставишь на CSGO Lounge, блядь, какого-нибудь. О, хорошо, ксиел. Я же без объяснений аккаунты не могут банить на хорошая бота. Если БК лицензированный, у тебя всегда есть поддержка от государства. Ты всегда можешь разбираться, тебя никак без объяснений не блокнут. Можешь пойти в суд подать, если хочешь. Всегда есть такая шикарная возможность. Не-не, я не злюсь, в смысле, я просто как-то стараюсь объяснить, но потом просто чел пишет. А коэффициенты это не скам? КФ зависит от количества ставок. Раунд. Полковник не может сказать. Не, я правда не считаю, что это скам. Бля, ебать, у Изи хороший пик ща был. Сори. Бля, ебать, хороший корнер был. Конечно, хорошая. А, ну, кстати, нет. Странно. Куда хаешка ударилась, когда было два типа в буксе, и с него всего лишь 13 хп. Да, это ебать повезло, очень повезло. Эх, поверил, Gunfight 30 тысяч слил. Ну, подожди, еще не слил. Мне, кстати, Синерс отдали полностью мид, играют. Да, они упор на лонг сделали. Ну, тут как бы Тниро, получается, который люрковать будет, надо играть, брат, пиздец на позднем тайминге. То есть настолько на позднем тайминге. Не, мне кажется, Симс будет всегда ждать люрков, потому что они сами играют через люрков. А это Молик, который угол выкуривает, лево, да? Лево выжигает, да, лево. Угу. Раньше можно было кидать через верх, когда был скайбокс. Твоя логика сейчас в том, по примеру, с гастритом и чипсами, раз все делают хуйню, то почему мне не делать хуйню? Не, о чем речь? Мне говорят, что это прикольно. Ну, типа, хорошая логика, мне кажется. Выход ПД, кстати, идет тем временем. Не, раз все делают хуйню, это не значит, что надо делать хуйню. Я просто... Трампал, выжигается гусь, если по проводке, nice. То, что он на плите потушил себе фингон. Ой-ой-ой. Бля-бля. Он скоро убить. Найс! Nice. Съела. 4 в 3 ситуация. Бля, у Финигана по хп пиздец, конечно. Пачка плантов, да. Пачка ставится, 17 секунд.
пройти, подлог. Понимает, да, то, что живой игрок под лагом. С фармилкой, бистик. Флешка есть? Нет, флешки нет. Ноль кромату команды. Тут если бистик на широком будет пикать. А, ну его там три смотрят, правда, ему, конечно. Бля, прикинь, он случайно еще убил бы. Кто там с лоу хп? С Финниган, да, с Авиком? Бля, вот это. Уж Ксиел это делал. Ксиел сейчас полную хуйню сделал. Изи один в один. Ксиела полную хуйню, что он сделал? Бля. Зачем ты хотел КТ так чекнуть? Ну странно чекнул как-то. Так еще и ганфайф не заняли, ни шорт, ничего. Бля, такой всратый раунд, пиздец. Настолько. На деле выиграл раунд тот, кто на лунге сейчас убил ближнего салтера. Если бы он его не убивал, то все. У вас кравик есть. Да, у них проблема в том, что у них не было никакой инфы ни по шарту, ни по лангу. То есть именно в позиционке вся проблема была. Изи. Есть инфа. Да, он только что нишка пришел. Да, да, да. Финниган занял контролить. Есть килл. Хорошо, 5 в 4. Один игрок остается под Б. Блин, мне кажется, ты не смог пойти. Почему? Бля. Сука, так обидно. Смотри, они все равно укрепляют, а. Никто не стягивается в КТ в мидл. Да, 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 ну угадывает. Не, ну если они сплит бейс сделают, это крутой раунд будет. Да, то есть вот сейчас Финниган, я так понимаю. А что Финниган смог выкатил, да, в КТ? Да. Ну и ТБ дал. Все, есть инфа, то, что мид 2B. Мид заняли. Ну, по крайней мере, Синер сейчас такую инфу дают. Могли занять мид, точнее. Но они все равно в шорт дойдут. Угу. Да, они просто не отгадывают. Да. Искар должен делать килл. Найс. Ксиела убивает, но второго не ждут. Тенир, важная сейчас самая дуэль. Найс. Слышь, ты прыщ ебучий, это я не тебе, Ктомчик, братишка, привет. Привет. Сейчас, подожди чуть. Чё ждать, опять как ганфайв хуй твои пососут, блядь? Да, блядь, пухлый, завали свою нахуй картофельное фри ебало, блядь. Кстати, там один бежит через Титаник, флешку плюс В. Ты не заебался со должен убивать КТ. Да подожди, да. Завали ебало, блядь. Да там ёбана уже, братишка, игра. Шмаляй. Ой, блядь. Изи 1 в 2. Ой, тебя типы что-то в спину не убивают, братан. Ой, бля. Ой, бля. 15-6. Слав, родной, я на самом деле не хочу у тебя как-то настроение портить, просто скажу, ну не повезло, повезет в следующий раз. Пацаны, вставай. Братья.